Это опять половина гонки позади. И дела у нас идут очень даже неплохо. Мы откатились на пятую позицию, но тем, кто сейчас впереди нас, еще предстоит уходить на пит-стоп. Это да. Мы отлично смотримся, сохраняя спокойствие и дождись, пока резина прогреется хотя бы на 80%, прежде чем кого-то обгонять. Ага. До 80% не обгонять. И надо брать пятую позицию. А это всего лишь один Норрис. Полтора круга. На это все дело подрифтуем. На прямой не сильно добавляется. Тут аккуратно. Так, на финишной черте сороковник. Воу. Полтинник. И дрифтанем хорошенько. Пятая позиция. Так, ну дальше можно ехать нормально. Как раз 80 должно набраться. Так, уже 80. Можно спокойно обгонять. Делаем на этом повороте. Порядочек. Финиши почти на сотку прогрели. Надо отвоевать проигранное время. Пройди в драфте 2100 метров, отыграй две позиции и доберись до третьего места. Без съездов. У тебя все получится. Не спорим. До третьего места. Думаю, и больше, наверное, можно нагнать, если получится. Два круга. Так, первый Ботас. Thank you.
Меняем. А вон из следующего видно. Так, Ботас. Досвидос. Газли. Хорошо, хоть 2000 не сбрасывается. Так, аккуратно, без повреждений. Чисто. Третья позиция уже есть, двоих обогнали, набираем драфт. На прямой доберем. Так, можно ж вроде, ничего не написано, каким быть, строгости нету. Значит, пробуем на первое место заехать. Так, а кон. Где тебя понять? Здесь. Чисто. И завершаем. На ремонт пока не идем. Вроде всего хватает. Не намного показатели занижаются. Это наш шанс. До конца этого круга надо попасть на вторую позицию и начать подбираться к лидеру. Продержи за лидером 20 секунд, не допуская съездов дорожного полотна. Окей. Подкачаем. Серджио Переса. 126,4. А в предыдущем гран-при надо было 128,7. А тут, наверное, будет больше. Или 129, или 128, там, и 9. Потом посмотрим. Так, третье место. За первым набрать 20 секунд преследования. Это легче, чем драфт. Там не надо четко за ним следовать. Ловить по воздушный поток. Так, летим, догоняем Окона. На повороте даже набираем чуть-чуть. 7,9 секунд. Занять минимум вторую позицию. Можно даже первым попытаться. Thank you.
на этих поворотах. Сейчас все нагоним. Двадцаточка есть. Осталось обогнать. На этом любимом месте обгоняем. И завершаем на первом месте. МСК дают как за один круг, хотя проехали полтора, почти два. Так, четвертая цель. Конец гонки уже близко. Мы показали довольно агрессивный круг. Впереди. Вперед выходи на первую позицию. Ага. 128,9 все-таки надо РП. Пошли качать. Руководителя. Всего лишь по 0,2 дают каждая позиция. Максималочку, ускорение на полную. Так, и все, опыт закончился. И никак его не прокачаешь. Ага. Так, погнали туда. Прокачивать пилота. Кидаем МС-ки. Голду на уровень 128,6. 0,4 всего лишь добавили. Так, пятый уровень. Нужен пятый уровень. Еще МС-ки выкидываем. Пятый левел. 129,1. Уже добавили 0,6. Почти 250 голды ушло на докачку. Погнали, минута 27,5. Рекорд мы свой знаем. Минута 25. Так, кон немножко мешает и отходит. Впереди пока никто не мешает. Это хорошо. Чисто проедем. Так, а вот появляются по второму кругу ребята. Нас почти не заметили. Не мешает. Так, а этот нам чуть помешал. Джоли Мази, наверное. Так, минуту 25 делаем. 2 секунды. От минуты 27.
Твой преследователь все еще не отстает. Создай между вами отрыв, маневрируя среди стоящих на круг, и выиграй с опережением 250 метров, не допуская съезда дорожного полотна. Что ж там такое будет? Маневрируя. Сейчас посмотрим, что тут придумали. Так, один круг. Стартуем. 55-й по счету. И попытка это тоже не с первой удалось пройти раз 5 или 6, потому что там эти ребята будут создавать проблемы на поворотах. Они еще выстраиваются в 2 ряда, тем сложнее, еще надо успеть оторваться. Так, поехали маневрировать. Спасибо, помешал. Опять 2. Справа въезжаем, немного даже дрифта даем. Здесь прискакиваем. Чуть тормоза. И по внутренней заезжаем на финиш. Наконец-то домучили. Победа в Абу-Даби за нами. Red Bull Honda. Нарисовали вечер, но на треке таки ни разу не было вечера. Вечернего времени. Суток. Так, 20 голды. Забираем. Red Bull Racing Honda. Отправляется в гараж. Красавец. Так, 100 голды. Можно забрать компенсации. 100 тысяч МС-ок. Поздравляю, победа в состязании Формулы-1 Etihad Airways Абу-Даби Гран-при 21. Твоя, прости. Эрик будет так горд. Ах, какие ощущения, все молодцы. Я знал, что вы справитесь. Вот мы и справились, потратив кучу голды. Походу надо, да, все делать на одном болиде. С какого начал прокачивать, тот и докачиваешь. А так это лишний отряд, это голды. Вот Макларен, Red Bull. Подписывайтесь, ставьте лайкосы. До следующих гран-при. Покеда.